Криминальный авторитет Гриша Московский рассказывает, что ждет зэков, которые повелись на этот дешевый развод. Приветствую весь добропорядочный люд. Хочу сделать такое небольшое обращение ко всем тем мужикам, добропорядочным людям, которые живут улицей, которые находятся в местах не столь отдаленных и вербуют вас, чтобы идти ехать в Украину воевать. Знайте, кто из вас возьмет, порядочным мужиком себя называет, и возьмет в руки автомат и пойдет воевать против Украины, вы есть. Как хотите, так и понимаете. Порядочный мужик не пойдет детей, женщин, стариков и так далее. Не Украина напала на Россию, а Россия, российские правители напали на Украину. Понимаете? И вы не защищаете свою родину, а вы идете мародерничать и грабить простой украинский народ. И вы, если это сделаете, вы будете все